Всем привет, друзья! С вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Я давно не выкладывала, как я создаю картины в стиле стрингарт. Заготовка у нас 20 на 8 сантиметров. Это хвоя, склеенный щит, купленный в Леруа Мерлене. И наша задача сейчас его промарить, но сперва необходимо зашкурить место, где была наклейка. Поэтому берем шкурки разной зернистости и вперед! Теперь настала очередь марения. Использую марилку на водной основе, самую обыкновенную. Единственное, в чем отличие, я не беру чистые цвета, я смешиваю, чтобы получить уникальный красивый цвет. В данном случае он у меня получился, и я прям очень довольна. Я нанесла 3 слоя марилки, все просушила, и теперь можно приступать к лакировке. Лак я использую на водной основе, и тоже, пожалуй, положу 2 или 3 слоя со всех сторон. Затем, пока все это дело сушится, я приступаю к макету. Мне нужно распечатать его на принтере и подготовить к забиванию гвоздей. Гвозди я буду использовать толщиной 1,2 мм и длиной 2,5 см. С помощью прищепки я удерживаю гвоздь и тем самым повышаю безопасность своих пальцев. У меня их всего 10, и мне их жалко. Вот, поэтому забиваю с помощью прищепки. Эта самая прищепка не дает уйти гвоздю больше нужной глубины, и именно поэтому панно потом выглядит аккуратно и интересно. Теперь самое время снять наш шаблон. Самое время приступить к намотке. Я использую нить Ирис. Сначала я делаю круговую обмотку, чтобы со стороны не было видно гвоздей, ну и в целом это как-то смотрится более привлекательно. А затем в хаотичном порядке заполняю все пространство. И так со всеми символами. Хочу обратить внимание, что дизайн выбирала не я, это заказывал мужчина для своей любимой женщины. И вот это вот смоки-смоки — это не моя история, как бы. Это желание заказчика. Желание заказчика — это закон. Все, друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Всем пока!